секрет при импровизации в блюзе. Привет, мой друг. Многие ведь думают, что для того, чтобы успешно импровизировать в блюзе, нужно там уметь делать кучу вертушек, знать всякие лады альтернативные, кроме минорной пентатоники, потому что в минорной пентатонике играть вроде как бы и не true. Надо хитрее играть. Нужно технику развитую, поливать нужно по всему грифу. Да, конечно, все это здорово. Все это здорово, но все это не будет работать без одной единственной маленькой вещички. Вот такой вот маленький, как эта вот гитарка. О чем я говорю? О музыкальной идее. Главное, это иметь одну простую музыкальную идею. Что это такое? Да это какая-нибудь простая, коротенькая фразка. Например, вот. Ну, казалось бы, что? Да вообще ничего. Четыре ноты. Та-та-ра-да. Все. Ну, посмотрите, что я сейчас буду с ней делать. Обещаю, что я не буду добавлять слишком много нот к ней. Лишь так, чуть-чуть немножко украшу. Смотрим, как это будет работать под сопровождением. Чуть-чуть развиваем эту тему. И все. Для того, чтобы успешно импровизировать в блюзе, для начала нужно взять очень простую фразу. Вокальную фразу, которая легко бы слушалась, легко бы запоминалась. И повторять эту идею с небольшим изменением из квадрата в квадрат. Большое спасибо. Увидимся в моих следующих видеоуроках.